6 ноября 2038 года. Спасибо. Помириться с лейтенантом Эндерсоном. Ну или Андерсоном. Неважно. Ну что ж, давайте пойдем помиримся, хотя вроде мы и не ссорились. Мы его послушались. Ставить будешь? Твоя прошлая железная наводка стоила мне недельной зарплаты. Да ладно, это другой случай. 100% гарантия, не ошибешься. Ну-ну. Итак, что у нас здесь? Гигиенический сертификат. А это что за тип? Педро Абдар. Дата рождения 25.01.2005. Безработные, сведения о судимости, незаконный горный бизнес, мошенничество. Гири Кейс. Дата рождения 03.12.2005. 1988, частный предприниматель, сведения о судимости, сопротивление аресту, нарушение гигиенических требований. Ну и чё? Ну это мы уже и так знаем, что это лейтенант полиции. Ха. Ладно, давай. Вот так-то. Эй, не пожалеешь? Ну что ты пристал? Не понимаешь нормального языка? Не надо за мной везде ходить, как пудель. Так, извиниться, напарники, помириться. Давайте извинимся. Прошу простить мое поведение в участке. Я не хотел вам грубить. Ух ты! Это ты сейчас включил программу «Легкий подхлемаш». Вижу, у вас там в Киберлайф все продумали. Пожалуйста. Итак, что он тут нам дает? Гамбургер. 1680 килокалорий, жиры 36, углеводы 53, вода 53%, соль 2,2%. Жажда XL. 710 килокалорий, сахар 184 грамма, газированный ананасовая страсть. Спасибо, умираю с голоду. Только робота убери. Ха, без шансов. Он везде за мной ходит. Короче, роботы никому не нравятся. Видал. Так, азартные игры, холестерин, сомнительная компания. Калорийность вашего обеда почти на 50% превышает суточную норму, а холестерина в два раза. Это же вредно. Надо же от чего-то умереть. Красавчик. Оу, привычка. Сомнительная компания, азартные игры. Давайте. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Спасибо. Итак, о Коннере Хайвей. Давайте про Хайвей. Когда мы сегодня гнались за девиантами, почему вы не пустили меня через Хайвей? Тебя бы сбили насмерть. Заполняй потом тонну бумажек, а порчи оборудование. Так, о Коннере, Хэнк и андроиды, девианты. Давайте Хэнк и андроиды. Позволите личный вопрос, лейтенант? За что вы ненавидите андроидов? Есть причины. Хрен он тебе расскажет. Расскажет что? Вам что известно о девиантах? Читаешь мои мысли. Валяй. Иногда в программном обеспечении некоторых андроидов происходит мутация, что приводит к эмуляции человеческих эмоций. Попроще, можно? Эти эмоции не настоящие. Но они вызывают противоречащие друг другу команды. И андроид может стать непредсказуемым.
Да, эмоции всегда все портят. Видать, вы не так сильно от нас отличаетесь. А Коннери, вы хотите узнать что-то обо мне? О, нет. Хотя, да. Почему ты выглядишь как придурок и говоришь странным голосом? При создании андроидов Киберлайф учитывается фактор восприятия. Мою внешность и голос специально разработали для гармоничной интеграции. Ну, налажали. Ты уже работал с девиантами? Да, приходилось. Девиант угрожал спрыгнуть с крыши с заложницей. Девочку я спас. То есть ты хорошо подготовился, да? И типа, все теперь про меня знаешь. Солгать. Я занят расследованием дела. Остальное меня не касается. Вот это зря, да, жалко. Поступило сообщение о возможном девианте. Это в соседнем квартале. Мы пойдем проверить? Подождем? Я вас подожду. Ты ударился головой? Если понадоблюсь, я в машине. Да, по-моему, мы зря просто... Хотя, что зря? Все правильно мы сделали. Эй, Коннор! У тебя батарейки сели? Извините, я отправлял рапорт в Киберлайф. Ага. Ты так и будешь торчать в лифте? Нет, я иду. Допросить подозреваемого. Что мы знаем об этом парне? Немного. Один из соседей сообщил, что слышал на этом этаже странные звуки. Тут вроде бы никто не живет, но он видел человека, который прятал под шапкой диод. Господи, если мы будем разбираться с каждым странным звуком, людей не хватит. Ирия. Коламба, а ты что, Ливия. Правда отправлял своим рапорт из лифта? Просто закрыв глаза? Верно. Никого нет? Или просто не хотят открывать? Есть тут кто? Так они тебе ответили. Откройте, это полиция! Сейчас он выстрелит ему в голову, наверное. Держись за мной. Есть. Что, давайте откроем эту дверь. Так. Бля, вот ты резкий тип, а. Господи, ну и вонище. Вонище. Похоже, зря притащились. Он ушел. Так, давайте осмотрим, что же здесь у нас есть. Плакат городской фермы. Уголок плаката, изготовленный из переработанной бумаги, недавно был перемещен. Не знаю, о чем это говорит. Ну-ка. Какие-то странные записи. Нам ничего не говорят. Нашел чего? Не да. Уверен. Что как значит, будто не уверен? Дневник, но не разобрать. Так, давайте еще осмотримся. Подозреваемый не ест. Ну круто, значит это андроид. Подозреваемый заботится о диких животных. Ну не о диких, а о птицах.
Хотя птицы дикие животные, хрен их знает. Армейская куртка, секонд-хенд. РТ. Видимо, инициалы. Не-не-не-не. Инициалы на одежде? Подожди. Типа как мамка в детском саду пришивает. Руперт Трэвис. Поддельная. Эти права поддельные. Круто. Хоть не зря приперлись. Чуть не пропустил, что-то здесь есть все-таки. Шкафу? Ай, ненавижу я этих тварей! Так, здесь, по-моему, мы все осмотрели. Хотя, может быть, вот здесь что-то, что-нибудь есть. Да мать вашу, эти птицы, блин, когда они уже улетят все? РА-9. Опа-на. Опять РА-9. Ты знаешь, что это? Да хрен его знает. РА-9. Написано 2471 раз. Офигеть. То же самое написал андроид Артиса на стене в ванной. Что значит для них эти символы? Без понятия. Как будто какие-то лабиринты. Компульсивный почерк. Деревянный стул. Ну, это и так было понятно. Открытый фломастер. Ну, давайте реконструкцию. Недавно был здесь. Упал. Побежал в гостиную. Интересно. Голубая кровь, модель VB-200. Птичий корм. Ни хрена ж себе. А вот и этот псих хренотень. Диод, биокомпонент 9301. В раковине лежит диод. Ну, конечно, это был андроид. Человек не стал бы терпеть голубей. Так, это что, клетка? Следы от пальцев недавние. Металлический крюк. Следы царапин недавние. Реконструкция. Ну давайте реконструкцию. Подозреваемый побежал к выходу, но мы его не видели. Подозреваемый слышал, как мы вошли. Интересно. Ну и чё? Ну давайте, давайте, давайте. Ого, понятно. Все ясно, он опять на чердак свалил. Короче, чердаки — это самое любимое место девиантов. Везде эти сраные голуби! Ну чего ты ждешь? Лови давай!
Беги, 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 беги. Давай, Коннор. Давай, жми, 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 да блядь! Куда он делся? Стоять, падла! Черт возьми! Так, медленные, 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 быстрые, но с риском. Давайте, быстрые, но с риском. Вовремя не успел нажать, охренеть. Давай, Коннор, я верю, что ты догонишь его. Так, прямой, но много... Так, но медленный. Охренеть, по-моему, мы заблудились. Виноват. Должен был догнать. Ты поймал бы, если б не я. Ничего. Мы его теперь знаем. Найдем. Надеюсь. Блин, я ошибся там, по-моему, немножко. Ну ладно. Эй, Коннор. Ничего. Шестое ноября 2038 года. Так, к Маркусу возвращаемся. 17:13. Кто вы? Беглые. Как и ты. Меня зовут Джош. Я Саймон. Норт. Андроид, Иерихон, убежище. Иерихон. Что такое Иерихон? Это Иерихон? Убежище для тех, кто не хочет быть рабом. Что-то вас не так много. Убежище. Я не понимаю. Я думал, Иерихон — это место, где андроиды свободны. Конечно, мы свободны. Ты надеялся увидеть нечто иное, но все же это свобода. У нас больше нет хозяев. След или андроид? Давайте след. Если это оставлен так, что прошел только андроид. Иерихон могут найти лишь такие, как мы. Ты смог расшифровать знаки, потому что кто-то из наших доверил тебе ключ. Есть место для нашей свободы! Найди Иерихон! Понимаю твои эмоции, но все же у тебя не было и такой свободы. Растерянно прояснить, прямо растерянно. Я пришел на Иерихон за надеждой. Но тут я вряд ли ее найду. Как и мы.
Ты также потерян. Мы это не выбирали. Но нам приходится выживать. Здесь безопасно. Можешь жить здесь сколько захочешь. Да это понятно. Сходи как Люси. Может, будет полезно. Люси? А почему у этой хреновины в голове? Ее не отследят? Итак, освоиться, не сходить к Люси. Что это такое? Да, надо посветлее бы. Точно? Давайте зажжем все их. Говорят, люди тоже боятся умирать. Ты знаешь, что будет после смерти? Нет. Я не знаю. Ну, я вот скоро узнаю. Как твое имя? Маркус. Что это она делает? Я рада тебе, Маркус. Люси? А, нет. Это не Люся. Все. Отрубилась система. Обалдеть. Так, там еще какой-то тип сидит. Давайте к нему подойдем. Плохи, наверное, мои дела, да? Программа диагностики не работает. Да и вряд ли она бы меня обнадежила. Что с тобой? Тащили на веревке за фургоном. Охренеть. Повеселиться решили. Не хочу отключаться. Я... не хочу отключаться. Да, девианты — это не просто андроиды. У них есть чувства. Ну, вернее, то, что они считают чувствами. Так, вон там что-то есть за тряпками. Секундочку. Это, походу, кому мне просили обратиться. Давайте-ка вот здесь еще сходим. Так, зажечь огонь. Норт. Давно тут? А ты тут давно? 4 недели, 3 дня, 11 часов. Когда сбежала, идти было некуда. А Эрихон — вариант не хуже прочих. Запчасти. Нет, а тебе. А какие ты выполняла функции? Тебе-то что? Обиженная. Странно, мы просто задали вопрос. Кто нашел это место? Уже никто не знает. Но его тело наверняка валяется где-то здесь. Если ты искал утешение, то ты не туда пришел. Почему у тебя в башке эта хрень? Че, все, нельзя больше с ней поговорить? Да, зря. Так, давайте еще что-то здесь можно осмотреть. Еще одна бочка.
и что-то вот здесь. Этот ящик уже пуст. Ноги. Это запчасти. Киберлайф. Так, смотрите, Иерихон мы осмотрели, теперь нужно пойти к Люсе. А кто ж такая Люся-то? Опа. Еще один мертвый андроид. Ребенок. Его выкинули на улицу, когда стал не нужен. Бродяжничал, пока мы его не нашли. А он не мертвый. Они погибнут, если мы не придумаем, как им помочь. Им всем нужна голубая кровь и биокомпоненты. Mm-hmm. Мы берем, что можем, у тех, кто уже отключился. Все равно не хватает. Да это понятно. И как их спасти? Никак. Мы медленно вымираем. Подождите, у вас эта херня в голове, а у меня ее нет. Так, разыскать Люси, она где-то вот здесь. Я не понимаю, почему у них чип в голове. Опа-на, вот это поворот. Ты Люси? У нее полголовы нет. Присядь. Обалдеть. Ну, давай присядем. Покажи. Чё показать? Чё показать-то? Рана. Надо закрыть рану. Да? Хорошо, что он не чувствует боли. Выпей. Ну, голубая кровь. Биокомпоненты, так понимаю. То есть все-таки андроиды, у них есть питание. Дай мне руку. Кем же она была, этот андроид? Странные глаза. У тебя было все. И ты все потерял. Ты видел ад, и теперь ад живет в тебе. Твое сердце мечется. Да откуда у них сердце? Часть его свет и часть его тьма. Но что победит? Каждый твой шаг определяет судьбу. По-моему, она была просто андроидом-гадалкой. Кому-то предложить план действий. Ну-ка, кому? А, вот этому типу. Ну, давайте предложим план действий ему. Не знаю какой, но давайте предложим. Саймон. Я знаю, где достать запчасти. У Киберлайф склады в порту Детройта. Там есть все, что нам нужно. Они под охраной. Нельзя просто зайти и взять, что хочешь. Люди нам не позволят. Поэтому разрешения мы не спросим. Вы же роботы. Оружие. И в любом случае мы не умеем драться. Мы украдем, что нужно, без драки. Да нас там просто убьют. Может. Но это лучше, чем сидеть и ждать смерти. Я с тобой.
Стоит попробовать. Ладно. Я в деле. 6 ноября 2038 года. 19:45. Ты как, ничего? Тут нам помогут. Скоро все это останется в прошлом. Мы на месте. Так, друзья, я предлагаю на этом на сегодня закончить. Так что всем спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Все, друзья, всем пока-пока.